Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Genium, и как вы поняли, будем дальше проходить игрушку Total War Ring Lab. Так, значит, как вы помните, в прошлый раз все было очень-очень плохо. Давайте я расскажу, что значит у нас получилось. Мы отправили нашу основную армию захватывать Буксен, как нам сказали, но, как оказалось, он тут застрял. Высадиться он не может, уехать он тоже не может. Все, значит, с этим мы распрощались. Мы наняли новую армию. Да, у нас новый полководец. Но тут у нас тоже проблемы. Но проблема сейчас вот в чем. То, что у нас армия полубита. Под окнами стоит маленькая армия, которая, в принципе, нападать не будет. Они слишком малые, всего 5 отрядов. Но недалеко есть большой отряд из 12 отрядов. И они все полные. Да, в прошлый раз я попробовал напасть на этого. И просто-напросто умер потом, когда пришел вот этот верхний отряд. И проблема сейчас основная в том, что, как видите, все наши солдаты дохнут. Дохнут они потому, что у нас нет еды. Значит, сейчас я ставлю себе основную задачу, это спасти солдат. То есть необходимо вкачать еду. Для этого нам нужно будет пробежаться по городам и построить что-нибудь на еду. Ну и, конечно же, нанимать новых. Да, новые отряды, у нас еще два отряда можно нанять. Да, поднять экономику и никуда не рыпаться будем. Просто сидеть в городе, потому что у нас в городе это и гарнизон, и нормальный отряд. Будем надеяться, что все-таки они выживут. Ну что ж, поехали. Так. Сперва-наперво смотрим, где мы что можем прокачать. Так, это, конечно, хорошо. Пища 7, но нет. Вот, пища 4, нужна 1000 или... Вот, смотрите. Доход от домашнего скота 80, доход от земледелия 40. Вот, пища 6. Вот нам нужно будет построить вот эту вот усадьбу в Белитрах, потому что здесь у нас все сломано, здесь у нас тоже ничего нет, да, на еду, по крайней мере. Поэтому нужно Белитры вкачать очень сильно, но у нас нету денег. Проверяем, что у нас. Налоги по максимуму, денежка прибывает. Все, значит, просто заканчиваем ход нашу вот эту вот нашу тютеньку. Слушайте, а давайте здесь вот включим разведку, чтобы смотреть. Мы ее никуда не будем уводить, потому что нам нужно смотреть, куда, когда будет подходить вот этот вот злой саммит. Все, заканчиваем ход. Так, а он ушел. Давайте посмотрим, куда он ушел. Так, куда ушел? Ага, вот он куда ушел. Отлично, значит, мы нашего соглядатая поставим просто здесь на развилочке и будем просто ждать. Ну, как я и говорил, эти у нас нападать не будут. Это очень хорошо. Так, посмотрим, что у нас происходит. Новая особенность. У кого это? Корнелия Мус соглядатой. Ага. У нас соглядатой стало помощнее. Это очень хорошо. Не боевые потери. Ну, вот видите, как я и говорил. У нас дохнут люди. Дохнут люди, потому что у нас нет еды. Население встревожено. Ничего страшного, подождете. Наши люди обнаружили скрытого агента. Ага, отлично. Нехватка пищи, об этом мы уже знаем. Новая фракция, это мы нашли Грецию. Супер, так. У нас есть 1132 золота. Это очень хорошо. Потому что мы сможем построить себе усадьбу. И через один ход у нас, скорее всего, будут денежки. Давайте я немножко снизим налоги. Так вот, чуть-чуть, да, чтобы у нас восстания хотя бы не было. Так, здесь у нас все строится. Все отлично, просто заканчиваем ход. Силан, мы отправили послов грекам, которые обитают на южном побережье. Супер. Если нам удастся с ними сговориться, они станут полезными союзниками в войне против самнитов. Хорошо, давайте как пообщаться с греками. Силан желает, чтобы ты заключил торговое соглашение с нашими новыми греческими друзьями. Слушай, они какие-то, по-моему, совсем недобрые. Давайте, стрелами. Смотрите, вероятность успеха высокая, давайте. Ура! Excellent. We accept, and I give thanks to Athena for granting us all wisdom. Супер, мы заключили торговое соглашение. Что оно нам дает? Торговое соглашение, доход обеим. Так, у нас доход 58.
Чего, 58 золота? Ну, положим. Ладно. Превосходно. Торговля с греками принесет нам золото и новые типы ресурсов. Кроме того, теперь греки скорее примут нашу сторону, чем поддержат наших врагов. Супер, супер. Торговля — это хорошо. Торговля — это отлично. Вот только бы нам как-нибудь с Солером спасти, а то он нахрен сгорит уже. Чудесным, чудесным образом. Команда. Так, все, по-моему, до сих пор дохнут. Ладно. Так, здесь у нас соглядатый. Так, а ты можешь? Мы тебя вкачали, не вкачали? А, то есть она у нас просто вкачала, да, сама? Хорошо, мы сюда вот сейчас поставим, пусть стоит. А, вот смотрите, куда этот друг-то убежал. Он, видимо, сейчас на море пойдет. Да, не можем мы ни на кого напасть, как я уже и говорил. Ну, наверное, все. Так, или. У нас умер один отряд. О, вот это жесть. Это жесть. Давайте кого-нибудь наймем. Смотрите, нам не хватает одной монетки, чтобы нанять вот этих ребят. А так нам нужны три арии. Ладно, все. Просто заканчиваем ход. Так. Никаких технологий. Прошу прощения. Ошибся. Так, технологии будем вкачивать на еду. Почему на еду? Потому что сейчас у нас вроде все неплохо с армией, да, но все очень плохо с экономикой. Так, куда-то побежал. Это нам кого показывают? А, это греки. Это греки. Супер. То есть мы теперь еще будем за греками следить. Ну, хорошо. Ничего страшного. Так, этот куда делся? Вот здесь вот был один большой злобный чувак. Куда он делся? Вот он. Он вернулся назад. Хорошо. Так, у нас пища плюс один. Супер. Теперь мы хотя бы можем... Как видите, да, у нас поменялось... мор поменялся на восстановление. Но это целых, смотрите, вот три хода, четыре хода. Ну да ладно. Ничего страшного, будем нанимать сейчас отряды пока. Нам нужны копейщики. Будем просто нанимать копейщиков. Так, здесь восстанавливается, здесь мы ничего построить не можем. Разрушить стоит 500. Так, вот это вот растительная система. Пища 9. Ну, минус 4. На общий порядок. Кстати, что у нас по порядку-то? У нас все недовольны. Давайте, знаете, что сделаем? Мы, может быть, понизим им налоги. Чуть-чуть. Да, в принципе, смотрите, у нас даже денежка осталась, а налоги... Налоги вот так вот. Хотя бы влияние наше не будет падать. Отлично. 58 золота, всего ничего. Пишите, ерунда какая. Все, хорошо. Хорошо, так, это нам нужно. Это нам гарнизон вкачивает. Так-то бы что-нибудь общественного порядка бы дать. Хорошо, ладно, просто закончим ход. О, этот куда-то убежал, друг. Ну тогда мы, значит, просто ждем, пока у нас восстановится наша полностью вот эта вот армия. Как только мы ее восстановим... Ой, а это кто такие? Мятежники? Вы глупцы какие-то? Слушайте, ладно, я не буду, пусть восстанавливаются. Захотят нападать, нападут. Это не мои проблемы, я себе лучше насчет добавлю еще одних копьеносцев. Захотят напасть, нападут, не вопрос. Ребят, приходите, нападайте. Этот все никак определиться не может. Главная армия противника. Вот он, да? Да. Но мы-то тебя видим. Хорошо, давайте поищем. Вот у нас мы почти восстановились, это отлично. Вот только у нас почему-то очень плохо стало с деньгами. Так, и на следующий ход у нас будет вообще минус. Блин, ладно, поднимем чуть-чуть налоги. Хорошо, поднимем много налоги. Думаю, переживут ребята. Если нападут, то мы уже как-нибудь решим этот вопрос. Потому что вот эти вот они, хоть и мятежники, напали, ну, как-то нифигово. Все, отлично.
Так, эти куда-то уплыли, там кто-то бегает. Мятежники. Так, а тут нет мятежников? Нет мятежников. Супер. Так. Вот, а здесь, смотрите, у нас появился еще одна армия. По-моему, он какой-то прям хороший вкачанный мужичок. Ой-ой-ой. Так, давайте вот сюда вот подойдем. Вот. Ох, нифига себе, тут смотрите, мятежная армия уже вкачалась. Давайте-ка мы их, наверное, убьем. Вот, смотрите, мы их можем убить прям автоматически. Давайте, да, потому что это может затянуться. Так. Да, в любом случае, в режиме обороны убиваем. Все. Решительная победа, это супер. Давайте мы их отпустим. Почему я их отпустил? Потому что у нас очень плохо все. У нас все очень плохо сейчас по... Disembarking now. По этим. По людям. Все, убили, вернулись, отлично. Будем надеяться, что они нас больше не потревожат. А можем вот этих убить? Да, давайте их тоже в автоматическом режиме убьем. А вот с вами, ребята, мы вас пленим. Все, пошли вон. Отлично. Так, и у нас... О, вкачали нашего друга. Это очень хорошо. Так, что нам предлагают? Нам предлагают стратег, хитрость плюс один. Что-то я не знаю, зачем мне нужна хитрость, честно. Ладно, армия, так, это рвение. Так, флотоводец, нет, мы вроде во флот не собираемся. Вот, а как полководец, вот мы собираемся. Все, супер. Сможем нанять еще вот один отряд. Как раз у меня все должны восстановиться за... Ну, два хода. Ладно, два хода подождем, ничего страшного. Проверяем сразу, что у нас здесь, что здесь. Здесь один ход. Здесь у нас вроде все в порядке, денежка будет. А, смотрите, у нас Корнелия Мус еще. Это вот наша женщина. Она очень хорошо вкачалась. Так. Дальность перемещения, хитрость, шанс сбежать здесь со вражеских элементов. Вот это вот. Крит, увеличиваем крит во всех ситуациях. Это очень хорошо. Так. Вы вроде еще пока, ребята, не вкачались. Я сейчас просто вот восстановлю вот эту главную армию и юринус на них. Я пойду по ходам. Эти сбегают. Кто-то там едет. А ты вообще чего пришел? Друг. Вот мятежники смешные. Хорошо, 99% победы. Решительная победа. Слушайте, не добил два отряда. Это плохо. Значит, будет еще. Так, что с вами сделать-то? Ладно, вы наши, я вас отпускаю. Это я отпустил вас так? Упс. Как-то очень-очень-очень странно я их отпустил. А вы кто вообще? Ты вообще зачем сюда пришел? That is impossible. Вот. Ты кто? Я не знаю, чего он сюда пришел и что ему нужно, честно. Ну ладно. Давайте что-нибудь построим. Что-нибудь построим на деньжата. На деньжата. Так, это что у нас нам даст? Рост дохода, доход из земледелия. Ой, слушайте, да много очень. Вот этот вот я бы построил. Давайте там. Но сейчас вы следуете. Нет. Технологии обязательно. О, вот это вот целых 10. А вы что? Так, ну это тоже все хорошо. Это на строительство, да? О-хо-хо.
Нет, давайте все-таки на деньги. Включаем деньги, деньги нам нужны. Деньги нам нужны, это однозначно. Так, не присвоена традиция? Получено, не присвоена. Тебя не присвоена традиция? Давай присвоим. Так, все стрелковые отряды, осадные машины, боевой дух этих отрядов при засаде. Хорошо, защита баррикады. Боевой дух всех отрядов сражения с войсками налетчиков. Урон всех отрядов ближнего боя, всех отрядов стрелкового боя, дальность помещения по карте. Нет, вот хочу урон. О, смотрите, можно поменять керп. Вот такой поставим. Мне нравится. Так, ну вот почему-то на вот этих там мне нельзя напасть, да? Не понимаю, почему, честно. Может быть, это просто такой же осмотрщик, как и мы. Вот, кстати, мы нашли вражеского. Да, видимо. Что, мы можем его убить? Можем убить, нет? 59%. Маленький шанс, но давайте. Навалилось. Плохо. Так, нас обнаружили. Это плохо. Слушайте, надо бы, наверное, еще одного соглядатая тогда делать. Блин, он 1200 стоит. Да вы что? Да вы что? А, вот он, это вот, видимо, воитель. Агент воитель. Кто ты такой? Вообще, что ты умеешь делать? Стоимость выполнения сервиса, радиус обзора. Так. Так. Понятно. Военный агент, в общем. Ребят, вы. Вот они вдвоем уже сюда пришли. Я бы их. Так, значит, мы с ними ничего сделать не можем. Ты. О, слушай, ты шесть воинов. Может убить его так? Просто вот съездить, убить. Не. У меня слишком большая. А в гарнизоне у нас что? Гарнизон-то у нас вообще есть, нет? Как бы посмотреть, чтобы в гарнизоне. Так. Налоги, рыба, коррупция, доход. Безопасность. У меня, значит. Защита подрывающих линия. Кто вы, ребята? Вот кто здесь у вас? Итак, у меня, значит, один стат, два плевса, два рарати и два левиса. Так, это, конечно, хорошо. Нанимать всадников. Нанимать отряды. Ладно, ничего страшного, с вас пока не трогаем. Вот здесь вот я хотел построить вот это, но у меня опять нету денег. Ладно. Подождем, посмотрим, что на это уплывает. Значит, мы сейчас просто забьем на них и пойдем воевать. Ой-ой-ой. Я забыл про деньги. Значит, давайте мы. Я забыл то, что я очень большие налоги поставил. У меня сейчас начинается восстание. Пускаем. Так, ну ладно, благо у нас в капу и очень сильные гарнизоны. Давайте налоги чуть-чуть понизим. Это ребята уж совсем. А вот до вот такого уровня. Ребята совсем уже без. Здесь качаем растительные каналы. Она нам пищу добавит и доход добавит. Это очень хорошо. 4 хода? Вот это да. Ну все, хорош, значит, бояться. Просто поехали нападать. Вот нифига себе тут гарнизончик-то. Ну, в принципе, у нас чистая победа. Снять осаду, штурм. Авторасчет. Давайте авторасчет штурма. Всех убиваем. Все. Хыч. Все, одним ударом. 75% шанс убийства. Отличненько, всех убили. Супер. Так, и, наверное, разграбим. Нам супер. Мы разграбили. Значит, нашего военного начальника тут же вкачиваем. Это очень хорошо, что. Так, мы можем. Авторитет
Слушайте, а можно, оказывается, навык еще сверху его увеличить. А, вот хитрость, это против агентов, оказывается. Все понятно. Все понятно. Боевой дух, давайте боевой дух поднимем. Прям супер боевой дух. Так. Он с вами там скрин, самообороны нет, не надо. Что здесь тоже, кстати, нужно менять. Какой-то вот предмет себе поставить. Броня всех отрядов пустой. Вот это я поставлю. Вот это я поставлю. Так, все, отличненько. Что у нас тут? Тут все разбито. Лука с Саглядатой. Давай, отправляйся смотреть. Есть тут кто? Нет. А здесь? Мы остаемся здесь на денек. О, смотрите, у нас 3000 золота. 3000 золота. Тут 6000. Так. 3000 золота, это, конечно, хорошо. Но нам, как всегда, ни на что не хватает. Вот, ну, 3600 будет, может, у нас нет на следующий ход 3600. Следующий ход. Всего расходов. Так, следующий ход нам даст плюсом 500. Хорошо. Дастся плюсом 500, значит, мы сможем прокачать Солерну на следующий ход, и это очень хорошо. Вот эти бегут на нас нападать. Этот тоже бежит на нас. Ну, ты ладно, ты маленький. Ты нам вообще не страшен. Зачем он с греками вообще договорился, а? Так, ребят, ну вот вы просто пришли умереть. Вы мне надоели, просто умираем. Нет. Но уходите вон. Вот я второй раз уже говорю, отпустить, ребята, они умирают. Я не хочу это, я не хотел это. Так, все, теперь мы можем вкачать Солер. Да ладно. Не понял. У меня есть. Это нам вот это нужно... Вот это нифига себе. Это нам столько нужно ждать, чтобы вкачать... Вот это я лопух. Вот это я, конечно, лопух. И оказывается, не могу это вкачать, потому что я не сделал себе улучшение. Давайте вот тогда вот хотя бы вот так вот гарнизон себе увеличим. Там можно рыбку, да, купить, и тогда гарнизон увеличится. Так, а здесь что? Доход от производства. Слушайте, здесь у нас литры, здесь у нас тут строится. Здесь там денег не хватает, конечно. Вот это что такое? Пища, доход от что там? Вот, наверное, вот это вот делаем. Построим. Просто сейчас налаживаем себе экономику. Так, главный наш боец. Пойдем разберемся с нашим обидчиком, который в прошлый раз нас так хитро и гадко убил. Можно что-нибудь сделать нашим агентам? Ой. Давайте мы какую-нибудь диверсию устроим. Или убийство. Нет. Диверсию. Классно, диверсия, это, конечно, супер. Вот только я денежки все потратил. Блин. Что не делать? Ладно, тогда ничего не будем делать. Просто-напросто пойдем и убьем его. А, нет, давайте сделаем вот так. Сначала сохранимся. Сначала сохранимся, а потом пойдем его и убьем. Вот. Я потому что боюсь. Все. Отправляемся просто на убийство. И... Классно! Классно, да, и я не могу просто до него добежать. Бред какой, а. Так, этот к Солерну подошел. А, вы с секунды вы сбежали. Еще один. Хе-хе-хе. Так, куда побежали наши друзья? Так, этот сюда сбежал. Отлично. Так, ну может быть мы все-таки наконец-то
сможем наш бедный несчастный гарнизон, который рядом с Брюкселем стоит уже непонятно сколько собой. Ну дай бог. Так, ты вроде ничего страшного из себя не представляешь, только здесь у меня ничего нет. Здесь. Слушайте, а здесь какой-то хороший гарнизончик уже. Хороший гарнизон, и по-моему у нас тут... Давайте кого-нибудь мы себе наймем. Нового полководца, чтобы он охранял. А то я боюсь прям. Я прям так ушел. И как-то мне это не нравится. Вот, мы тебя сюда ставим. И начинаем нанимать тебе отряды. Давай хотя бы, значит. Килков, и все, деньги закончились. Ладно. Так, этот бегает, и фиг бы с ним. Побежали, убежали. Так. А слушайте, а у нас тут неплохой такой гарнизончик. Все, просто, просто убиваем. На. Просто, просто в мясо. Почему я сейчас с этим не бьюсь? Так, порвать. Почему я сейчас не бьюсь в таком режиме? Просто это такие неважные сейчас битвы. Мне нужна какая-нибудь хорошая, красивая битва. Вот, например, будем Буксен сейчас захватывать, а здесь по-любому будем биться. Так, 307. Диверсию мы сможем сделать? Или опять денег не хватит? Денег не хватит. Ну и ладно. Так, ну а эти ты хотя бы вот этого сможешь наемное убийство сделать? Да опять денег нету, да что такое-то, а? Ужас какой-то. Все, погнали на Буксен. В принципе, у нас тут чистая победа, но я хочу побиться сам. Давайте. Хочу побиться сам. Хороший должен быть бой в городе. И, скорее всего, у нас здесь должен быть второй легион, который у нас тут стоит уже пол игры, который мы так глупо сюда засунули. Я надеюсь, что он сейчас будет участвовать. Ну, благо, видите, вот у нас он желтый, этот, соответственно, видимо, будут ребята с воды, а это у нас будет армия с земли. Потому что у нас, видите, легион Италка и Рим. И вот ими сейчас вот всей вот этой вот бандой мы будем нападать. Ребят тут, благо, немного, там такие все простенькие. Вот только два копейщика с лычками. Ну, я думаю, ну ничего сложного здесь не будет. Заодно попрактикуемся, посмотрим, как с этим драться. Бой вроде бы должен быть хорошим. Ой, дождь ждать. Не хочу в дождь биться. Вот, солнышко это наше. Солнышко это мы подеремся. Так, это конечно хорошо. Это конечно супер. Ну что вот это вот мне показано? Вот посмотрите. Вот это вот что показано. Где наш отряд? Он должен быть где-то вот там, вот в воде. Ой, глупость-то какая, а? Так, здесь бы хоть кого-нибудь посмотреть. Ничего не видно. Так, давайте посмотрим, как нам будет проще атаковать. Значит, всех копейщиков с мечниками. Первую группу. Конницу. Во вторую группу. Нашего командира в четвертую группу. И все, что стреляет, в третью группу. Так, первая группа. Вы у нас пойдете здесь самыми первыми. Пойдете вот так. Давайте вам какую-нибудь формацию сделаем хорошую. Так, две колонны. Нет. Одной колонны. Don't break formation! Ага, вот так вот, да? Слушайте, слишком много. Давайте разделим их на две группы. Infantry, at your command! Так, вот это значит группа пойдет отсюда. Первая группа пойдет отсюда. Хотя вас бы на это нет, давайте перемешаем. Этот плюс два мечника. Первая группа. Вот эти плюс вот эти вторая группа.
конники, третья группа лучники, четвертая наш главный, пятая. Вот так вот. Так, первая группа встали сюда. Вы формация будет двойная. Вот так вот, да? Будем атаковать. Вторая группа. Формация тоже две колонны, двойным рядом. Так. Конница. Конница, как всегда, у нас идет из-под тишка. Скорее всего, вот отсюда. Потому что лучники наверняка будут оставлены. Конница просто прибежит и вырежет. Наш главный полководец пойдет вот здесь. И наши лучники тоже... Ой, нифига себе лучников сколько. Обалдеть. Так, лучники встали вот так. Встали вот так вот, ребят. Только вот сюда вот встали. Все, можно начинать битву. Противник на подходе. Немедленно, солдаты. Мы идем на битву. Да. Кто здесь у нас? Лучники. Слушайте, если тут лучники, конница сразу сюда. Только не так, вот так вот конница. Сюда, потом туда. Так, конницы просто, значит, забегаем сразу сходу. А, вот, смотрите, вот они приплыли, наши отряды. Как я вас долго ждал, а? Все на высадку. Как я вас долго ждал, а? Ё-моё. Тут пол игры просто, ну... Просто пол игры мне испортили в самом начале. Надо же было там застрять, а? Так, ребят, побежали. Значит, пока не будем трогать вот ту армию. Пусть они там высаживаются себе прекрасно, да? Так как у нас здесь просто лучники. Просто лучники, да? Мы можем даже посмотреть кинематографично, как они сейчас будут врезаться. Все, минус. Минус два отряда лучников. Элитная конница разрывает их в клочья. Хе-хе-хе. Минус два отряда лучников. Супер. Все, отходим назад. Пусть ребята разбегаются. Отходим назад. Так. Давайте пока остановимся и посмотрим, что у нас вообще еще здесь. У нас есть отдаление. Что такое? Отдаление, формация, управление группой. Разгруппировать, создать, группировать. Стоп, скорость отряда. Спешиться с седла. Легкий клин. Ладно, поехали. Так, здесь у меня кто остался? У меня осталось три. Да, у меня вот первый. Мой первый отряд, первая, да, формация, первая группа, они, мне кажется, без проблем уничтожат. Слушайте, у меня что-то миллион людей, потому что процессор не справляется. Здесь у нас происходит высадка наших воинов. Так, ну ладно, мы их не трогаем. Мы их просто не трогаем. Так. Где у меня армия? Обалдеть! Вот это тормоза! Вот это тормоза! Так, включаем все побыстрее. Давайте уже. Все. Четвертое. Атаковать! Ой-ой-ой. Первое. Атаковать. Вторая. Атаковать. Все, пошли. Все дружно. Просто всей бандой. Отдаление будем отступать. Остановиться — это стоп. Режим ближнего боя — это очень хорошо. Все, все ребята, все туда атакуем. Там, смотрите, там целых 5 отрядов. Вот это жуть. Вот это у меня суровейшие тормоза. Это прям вообще жуть какая-то. Вроде и процессор хороший. Ну, видимо, не справляется. Видимо, немножечко не справляется. А куда уж мощнее-то? Только два ксиона ставить. Так, а главный-то наш, пойдем хоть что ли?
постоишь. Так, первая формация, идем быстро. Вторая формация, идем быстро. Четвертая формация, тоже бегом. Все бегом. Ребят, все бегом. Чуть тормозим-то, а? Что смеяться? Тут ребят еле-еле какой-то мизер. Эти качаются на кораблике. Что хотели, зачем приплыли, непонятно. Ужас. Ужас. Эти стоят. Так, ну вот просто я бы продавил конницы, но вот против копейщиков конницы бесполезны. Я прибегу, они врежутся в них и умрут все. Зачем мне терять? Да, когда у меня, смотрите, у меня такая басота сейчас придет туда. Элитных воинов. Да, смотрите, все с двумя лычками. Просто ребята сразу, они даже уже знают, что пора убегать, и убегают. По-хорошему, знаете, что делаем? Мы сейчас вот здесь вот встанем. Все, мы здесь встанем и подождем, пока подойдут наши лучники. Лучники подойдут, начнут стрелять, тут уже проблем никаких не будет больше. Вот здесь вот мы сейчас всех распределим. А, нет, смотрите, они решили нас напасть. Ну, напасть так напасть. Мне что, жалко, что ли? Мне не жалко абсолютно, ребят. Зарим в атаку! Вот этот тормоза, слушайте, тут порядка... Ой, порядка сколько? С моей стороны порядка 40 соединений. И со стороны соперника еще столько же, наверное. О, слушайте, а тут нифига их... Тут их оказывается там много. Ужас. Ужас. Так, формация, пробегаем. Конница, конница. Так, а почему? Это кто такие? Конница, третья, атака. Ой, не-не-не, конница не туда. Атака вот сюда. Ужас. Ребят, ну хотя бы побегите, ну пожалуйста. Конница, атака. Так, здесь что? А, давайте всех в бой. Всех в бой. Устроим тут такой замес суровейший. Я так долго мучил этот город. Блин, красиво-то как, а? Вообще красиво. Обалдеть. А для тех, кто только что присоединился, с вами Genium, проходим игрушку Total War Rom 2. Проходим кампанию, тут меня все долбят, мучают и не давали мне пройти уже непонятно сколько времени. Ну, сейчас мы все-таки, думаю, с этим справимся, потому что у нас просто какое-то нереальное количество войск. Я думаю, мы сможем это дело продавить. Стремительный натиск. Слушайте, а тут есть стремительный натиск? А кому это можно сделать? Я бы еще кому-нибудь сделал стремительный натиск. Вот. Стремительный натиск. Давайте, ребят, побежали. А, это получается копейщики, да, только могут. Супер, давайте. Вы что можете делать? Кнут? Следствие усталость. Ничего страшного. Так, видимо, наверное, надо, ребят, по родам войск. Надо их по родам войск совмещать, потому что у разных родов и войск, видимо, есть разные, как вы видите, да, разные формации, разные какие-то перки. Так, а я совсем про эти перки не знал. Вот, добежали наконец-то наши лучники, и сейчас они дадут тут жару, просто дадут. Ва, это обалдеть, что такое красиво. Надо вот какому-нибудь вот этот отряд выбрать, да, и посмотреть, что там внутри происходит. Просто мясо. Знаете, такое утро в московском метро. Это вообще это очень напоминает. Час пик в московском метро. 100%. Так, ребят, я не понял, вы будете, нет, кого-нибудь атаковать у меня сегодня? Четвертая формация. Вообще хоть кого-нибудь будем, нет, стрелять?
Вы тут для чего сюда пришли? Так просто постоять? Огонь, я сказал. Так, ладно, вы что-то какая-то странная формация. Так, убивают, убивают. Ребят, ну давно бы уже пора понять, что пора бежать. Пора бежать из этого города, валить, потому что нас слишком много. Нас чересчур много. Я не знаю, что вы до сих пор хотите. Пытаетесь. Вот первая пошла волна. Тех, кто убегает, отлично, 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 давайте. Самое интересное, смотрите, да, у меня практически не уменьшается количество войск. Это очень хорошо. Огонь, огонь, ребята, все. Просто лучники должны дойти, задавить, и все дружно должны умереть. Давайте уже достреливайте, тут осталось-то всего ничего. Вон, эти уже убежали, те убежали. О, хотя нет, смотрите, вот еще какие-то ребята прям бегут, прям такие, мы, говорит, сейчас разрулим ситуацию. Не, вы тут уже здесь не разрулите, тут слишком нас много. Нас просто чересчур. Так, здесь у нас бегут наши главные войска, собственно, Гай Силан, который у нас основной. Так, а почему наш основной полководец где-то вдалеке? Я ему давным-давно сказал еще идти в бой. Стоять там и помогать всем. Вот это муравейник. В бой. Всем в бой. Натиск. Включаем. Понеслась, ребята. Стремительный натиск и всех убить. Тем более вы там впереди. А лучники мои просто лезут самыми первыми. Идиоты. Идиоты. Так, надо было, наверное, все-таки поступать правильно. То есть вот завести кого-то вот здесь, да, чтобы сзади завести вот здесь, вот, например. А не страдать ерундой. Вот, например, вот вы сейчас, да, выпадите сюда, потом сюда, потом атаковать. Все, молодцы, молодцы. Так. Ну, уже армии уже разваливаются, я уже не знаю, что с ними делать уже. Что можно-то, а? Тут у меня уже войны. Ну, видите, у меня основная проблема, что у меня весь мой атакующий фронт, он скомкан в одну точку. Нам надо было распределить их по карте. Тогда было бы все гораздо интереснее. Но я почему-то этого не сделал. Наверное, зря. Потому что очень долго битва идет. Тут всего ничего, тут 5 отрядов каких-то непонятных мечников. Надо было разбить. А я с этим мучаюсь уже минут 15. Да. Солдаты, видите своего противника? Эти трусы бегут, у них больше... Отлично, мы победили. Мы просто победили. Ура! Все, проходим сюда. Решительная победа. Супер. Потеряли 191 человека, убили 1500. Отлично. Здесь, смотрите, самое интересное, у меня там было убито 1440, а у соперников было написано, что у них убито 1441. То есть одного человека куда-то потеряли. Разная статистика. Хорошо, я вас отпущу, так и быть. Отлично, теперь-то вы можете выйти на землю, а? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Вот он застрял и все, и стоит здесь. Ну да ладно, и ладно, и все, ничего не буду с тобой делать, отстань тогда от меня. Так, благо, значит, у нас с доходом все хорошо, с едой у нас все отлично. Ты кто такой? Непонятно кто. Сможем атаковать? Не дойдем, ну ладно. Так, вот так вот отошли. Ты теперь можешь сюда встать? Нет. Почему ты застрял? Все, пофиг. Все, мне без разницы, никуда отстань. Все. Просто заканчиваем ход и все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вот это уже плохо.
Потому что здесь мы ничего не делаем. Нам давно пора было вот этого друга уже уничтожить. Вот реально. Ой-ой-ой. Шансов-то минимум. Ну, давайте попробуем. Попробуем посражаться на поле битвы. Вот почему, когда минимум шансов, интересно сражаться, можно попробовать вытащить игру за счет убийства главного. Убиваем главного у них в армии, военного вожатого. По чуть-чуть разносим остатки армии, и ребята разбегаются. Вот можно попробовать это осуществить. Так, это наш, да. Значит, все, значит, мы решили, что... Так, все сделали. Так, лучники. Обычный выстрел. Пламенный выстрел? Это что такое за пламенный выстрел? У меня нету пламенного выстрела почему-то. Режим перестрелки. Так, давайте, значит... Угу. Ну, ладно. Ой, включаем. Третьим отрядом должно быть. Ой, ну и вы, я не знаю, вы в четвертом. Итак, смотрим, что, кто у нас будет нападать. У нас будут нападать вот оттуда. Ой, слушайте, у нас и холма-то никакого нет, чтобы занять оборону. Ну ладно, что делать. Будем сражаться, значит, встаем. Так, нет, давайте начну так вот сюда. Ты и ты. Что, тут что-то совсем-совсем плохо. Я бы вот туда, конечно, вышел. Ты сюда. Ты сюда. Мы вдвоем. Сюда, я сказал. Вы туда. Вы все вместе с вот этими друзьями идете сюда. Просто будем отсюда атаковать. Начинаем битву. Встали сюда. Солдаты, сомкните ряды и обнажите оружие. Враг наступает. Вот возможность покрыть себя славой. Слушайте, они нифига какие быстрые, да? Нет, тут мы явно не победим. У нас просто нету тактического преимущества. У нас нет высоты, да? Нам неоткуда их так обстреливать, чтобы нам никаких проблем не было хотя бы. Так, все, встали. Огонь. Огонь. Так, я не понял. Бросаем. Так, вы сюда выстреливаете. Огонь. Все встали как вкопанные, все, стреляем. Не пускаем врага, главное. Вражеского полководца выбили из седла и закололи. Весть о его гибели распространится среди врагов. Отлично. Вот про что я говорил, что мы убили одного полководца, это очень хорошо. Так, а ребята рвутся. Полководец пал. Как же так? А как так? Весть о его гибели распространится среди солдат, начнется паника. Слушайте, глупость какая-то. А почему наш полководец пал? Первый. О, понятно все. Наш полководец просто-напросто начал. Супер, давайте убиваем ребят этих здесь. Добить. Так, вы, ребят, вы не в режиме перестрелки. Просто убиваем. А, значит, эти рвутся в центр, захватывать точку. Ну, хорошо. Отлично, все, понеслась. То есть, туда они ломанулись. Ломанулись и, по-моему, встали, да? А, нет, точка-то здесь захват. Куда они вообще ломанулись? Ребят, пойдемте уже атаковать куда-нибудь. Мы как-то пропустили всю армию врага, они убежали, а мы тут остались. Это же неправильно.
Это же неправильно. Так, давайте включим хотя бы побыстрее, чтобы это все дело проходило. А то как-то непонятно. Вторая группа с натиском. Все отлично. Супер. Вы. Быстрая перезарядка. Все, и понеслась. Огонь, 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 огонь. Может, еще выиграем. Почему никто не стреляет? Идиоты. Вы сюда, все. Так, вот, по-моему, пошли на точку ребята захватывать. Ладно, сотня пока у нас. Хорошо. Думаю, сможем отстоять. Нет, биться здесь, все. Зря сказал. 94 секунды? Не победим. Натиск не прошел. Натиск включаем, ребят, хотя бы с натиском, давайте. Ой, не то, вот это надо было включить, ладно. Нет, нас слишком мало, а лучники наши слишком много тупят. Вот реально. Ну, хотя бы по максимуму вынесем, сколько можем у них людей. Просто по максимуму. Нет, не надо, ребят. Режим перестрелки не включаем, просто понеслась. Нас опрокинули! Надо отступить! Да, что делать, отступаем. Слушайте, ну, в принципе, потери у нас одинаковые, да? Хотя ребят было больше, поубивали мы вообще одинаково. Ой. Но нам плохо. Всех убили. Я отомщу 100%. Так. Ну что поделать. Так, здесь у нас вроде более или менее, да, такой город нас атакуют. Это нехорошо. Честный порядок, 4, доход от тех зданий. Нет, нам здесь мы... Что делаем? Мы здесь прокачиваем нашего главного героя. Так, мы сделаем вот этих двух. Отлично. Ну, этих так на сдачу наберем. И потом пойдем... Расправимся вот с этим другом, потому что он нам надоел. Нам просто надоел. Так, ты тогда отправляешься смотреть. Ты главный воин. Слушайте, ну как бы тебя достать-то, а? Честно, я... The ship cannot go there. Так, такое ощущение, что вот эти вот отряды, я не знаю, зачем они. Вот этот вот наш отряд, по-моему, может куда-то перейти, а вот эти вот, я не знаю, кто они такие. Да почему? Почему? Езжай. Так, вот этих двух давайте пробуем их просто распустить, уничтожить. Ты можешь ехать... Да что ты? Я не знаю, почему он завис. Такое ощущение, что хоть к разработчикам обращаться. Говорит, ребята, у вас ерунда какая-то, а? Я не могу двинуться вообще никак. Все, ладно, фиг с ним. Просто фиг с ним. Так, это ерунда какая-то. Все, убить их просто-напросто. Справиться и убить. Ой, слушайте, а вот в этом, может быть, он бой ускоренный? Нет. Нет, ладно.
сразу так денег нет. Смотрим, что по технологиям. По технологиям все разрабатывается. По налогам. Давайте налоги чуть-чуть снизим. Делаем, может быть, даже вот. А, нет. Вот чуть-чуть снизим, чтобы денежка было поменьше приходило, но ребята хотя бы не мучились тем, что у них нет денег. Так. Здесь у нас что по налогам? Здесь вроде все в порядке. Здесь по налогам все. Великая Греция. Самый низкий общественный порядок, доход. А, Великая Греция. Так. Почему? А, ну, наверное, потому что мы здесь ничего еще не сделали, да? Ну, ладно. Так, здесь ты все вкачиваешься. Все, поехали. Что тут там бегает? Так, ты убежал. Это хорошо. Меня немножко напрягают агенты, которые здесь. Вот, просто агенты, да? Вот. Раз агент, два агента. Миллион агентов. А почему такой доход суровый маленький стал? Не понял. Армия. А, у нас очень сильно прибавилась армия. Прошу прощения. Я же ребят вот здесь вот нанял. Армия добавилась. Очень хорошо, причем добавилась. Ух, как это неинтересно. Так, значит, ты ждешь с этими. Ладно, мы справимся. Это мы сейчас назад отхватим. Все, это расхватим и отправляемся просто прямиком на столицу сомнитов. Потому что они мне надоели. Они мне просто надоели. Так, конец хода. Вот он пришел. Друг, слушай, у меня здесь в гарнизоне так нехило народа. Но я думаю, что мы тебя убьем просто на автомате. Просто на автомате. Отлично, победа. Всех в рабство. Всех в рабство. Ты уходи отсюда. Шел вон. Что-то плавают здесь. Ну, тоже дохнут, видите, да, у них людей нету. Ну, в смысле, пищи нету, видимо, умирают все. Смотрите, наши повстанцы напали. Обалдеть. Нет, ну, смешные, нет, совсем. Зачем нападать на того, кого ты заведомо выиграть не сможешь? Всех убить. Все, супер, так. Отправляемся в этот. Также автоматом просто захватываем. Просто на автомате. Почему на автомате? Потому что я уже хочу закончить эту обучающую кампанию как можно быстрее. Да, и уже начать нормально играть. Нормальную кампанию с большими-большими картами. Здесь что с вами сделать? Оккупировать, разграбить. У нас и так регион нестабильный, ничего страшного. Ничего страшного, собственно, одним больше, одним меньше. Главное нам денег. Смотрите, куча нам, просто куча денег пришла. А это значит, что мы сможем что-нибудь докачать. Так, этого нам не хватит, этого нам не хватит. Так, а что мы можем вкачать? Давайте посмотрим, нет, у нас нету, изучать надо. Вот это что такое? Общественный порядок плюс 4. Культура, защита от любых действий агента. Хорошо, конечно, здорово, да, но мне это сейчас не поможет. Всадники, в принципе. Так. Давайте будем все-таки, наверное, вкачиваться вот здесь. Что у нас? Вот что это не то, это не то. Короче, вот такие. Ну, в принципе, не сильно большие и страшные, да, я надеюсь. Фу-фу-фу-фу-фу. Что же сделать там? Ну, надо что-то на общественный порядок, защита, гарнизон дается. Хорошо, 1000. Это очень хорошо, 1000. Так, наше главное разведывательное управление. Отправляемся на всякие саботажи. Давайте диверсию. Благо, денег много. Направление колодца. 60%. Но. Правишь, не правишь? А, ты типа на следующий ход. Хорошо.
А, нет, смотрите, значит, традиция, у нас ребята вкачались, прошу прощения, забыл. Так, ну ты? Ты вкачался? Да, ты вкачался. Значит, мы тебе традицию бронзовых отрядов, стрелковых отрядов. Слушай, давай мы тебе сделаем осадника, хорошего осадника такого. Так, здесь рвение, плюс один авторитет, хитрость. Хитрость, слишком много агентов здесь. Хитрость однозначно. Потому что агенты тут уже просто замучили. Ну вот вы глупый, нет? Ладно. Вы просто глупый. Бум, и утонули. Ну, даже не всплывали. Все, в рабство. Нет, давайте отпустим. У нас порядка мало. А вот здесь вот кто такие? Это в Риме, что ли, прямо? Ребят, ну, извините, конечно, но... Я вас пока отпускаю, уходите. Велитры-то, там вроде все в порядке. Как-то у нас совсем все плохо с... людьми. Я добрый, я всех отпускаю, я очень добрый. Так, все, значит, ты что, у нас диверсию устроила или не устроила? В конце-то концов диверсия 63%, давай, отлично. Давление колонцев, а нет, не отлично, наоборот, все пропукали. 64% ты могла сделать, 64%, и ты ничего не сделала. Так, тут армии вообще почти нет. Просто берем нашу основную армию и идем на завоевание. Просто идем на завоевание. Так, мне бы, конечно, каких-нибудь ребят вот уволить бы. Вот, например, вот этих, да, и купить себе нормально. Ну ладно. Так, здесь у нас все очень хорошо. Друг просто вкачивается неимоверно. Так, что такое хитрость, вот полководец, дальность перемещения плюс 8%, да. Ну тут все хитрость, потому что нас тут мучают, очень сильно мучают. Так, здесь у нас что, минус 60. Это плохо. Это, конечно, плохо. Так, влияющие факторы, сложности, задание настроения, задание, налоги, рабы, недостаточно отрядов. Плохо. Сейчас не так. Порядок стабилен. Просто заход минус 4, надо доставка минус 8. Так, может нам налоги снизить, ребят. Вот реально. Ну хорошо, все, снизил. Хорошо, договорились? Капы. Что с налогами? Тут капают все в порядке с налогами. Но почему-то тоже народ недоволен. Купить-то надоели вы? Ну, когда-нибудь бывали, нет, довольны. Вообще, вот здесь вот это вот снести все. Построить нормально. Так, у меня должно быть на следующий путь только заканчиваться. Я уже думал улучшение, потому что сделать нет на следующий. Слушайте, прям уже целый час уже проходим это дело. Хорошо. Жесточайшим образом уничтожаем всевозможные восстания. Все отлично. Ну, всех поработить. Так, здесь у нас до сих пор наращивается, значит, влияние. Ну-ка, наша добрая женщина, диверсию. 63% должна выполнить. Отлично, удалась. Отравили, что бы нам это дало? Ну, это нам дало, что мы прокачали ее. Конечно, хорошо. Что нам дает? Так, манипуляция, убеждение, шанс успешной манипуляции плюс 10%. Это хорошо. Так, хитрость, шанс сделать действие. Не надо, рвение. Не надо, авторитет. Так, подстрекательство. Так, вот это хорошо. Это мне нравится. Супер. Так, наш главный боевой отряд отправляется в Луцеру. И, как всегда, не добежал. Вот, и у нас должно было тут все вкачаться. Это очень хорошо.
Так. А, типа надо вот это сначала включать, да? Сначала вот это включать. Прибыль от торговых согласий. Давайте вот это вот скачаем все-таки. Потому что у нас очень мало денег. Да, потому что у нас очень мало денег. Все, заканчиваем. Благо у нас гарнизон уже хороший. Нам никто толком-то ничего сделать не может из повстанцев. Сейчас быстренько добьем. Да, ребят, ну я не знаю, на что вы надеялись, честно. Просто вот одним ударом в голову. Бень, умер. Отлично, и всех убить. Всех убить. Так. Соглядатай, давай сюда. Пойдем посмотрим, кто здесь и что здесь. Так, ты такой. Ты вообще малыш. Ты малыш, ты малыш. Основная провинция. Ладно, с тобой разберемся. Сэру. Захватить автоматически. Самым жестоким способом. Самым жестоким способом. Никого не щадить, потому что у меня надо мной жестоко издевались. Всех убить. Так, а почему мне не предложили? Путь на Бавиан открыт. У их столицы крепкие стены, но клянусь, мы возьмем их. Во время осады можно строить тараны, лестницы и другие осадные устройства. Вот это интересно. Давайте мы сейчас... А, сохраниться-то нельзя, да? Вдали уже виднеется столица сомнитов. Инженеры, готовьте осадные машины. Если Рутил жив, мы найдем его. Это, конечно, хорошо. Сохраняемся. Где-нибудь вот здесь. Так, наша главная диверсантка. То, что дорого. Дорого, но мы подстрекательство у нас есть. Никого подстрекательства. Вот сюда. Подстрекательство. 50%. Давай, давай, один угол провалилась. Эх, ты глупая женщина. Так, и основные наши силы. Силы наши основные. А, наверное, осаду Бавиана мы посмотрим в следующий раз. Да? Да, давайте осаду Бавиана делаем отдельное видео. И так уже очень долго. С вами был Genium. Спасибо за внимание. Играйте в хорошие игры. Пока.